Жми лайки на 2000 лукасов, я скину клон Human Fall Flat на Android, в который уже сейчас можно поиграть. Здорово, ребят, с вами Илья, это наш игродень и наши ежедневные новости мобильных игр. Сегодня речь пойдет о игрушке Human Fall Flat, ведь уже скоро мы ее увидим. Дело в том, что игра появится на Android уже на следующей неделе, а именно 26 июня. При этом игра уже имеется в Google Play, там сейчас идет предварительная регистрация, и я рекомендую подать заявочку, чтобы точно ее получить. Саму ссылочку мы забираем из моего топа, эта ссылка будет в описании, так что переходите, ищите там Human Fall Flat и после этого принимайте заявку. Вообще, в Human Fall Flat мы управляем не твердо стоящим на ногах человечком, обожающим находить выход из все новых невероятных мест. Тут все будет наполнено головоломочками, и нам нужно внимательно исследовать каждый уголочек этого уровня, и тогда мы сможем пройти все это дело. Ваш персонаж, кстати, может ходить, иногда даже прыгать, хватать и перемещать разные предметы. Также мы залезаем куда угодно, и это тоже стоит учитывать. Освоение движений — это на самом деле первая интересная задачка, с которой вам предстоит справиться, а потом мы все будем изучать. Ну и кстати, есть уже прикольный клон этой игрушки, в которой тоже можно поиграть, и возможно я с вами им поделюсь. Ну а так, ребят, в общем-то круто, что игра уже выйдет. Официальная игра, я уверен, будет намного-намного круче, чем разные клоны и все остальные проекты, так что безумно ждем эту громкую игрушку на нашей мобилке. Ну а так, ребят, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех мобильных игрушек, и мы скоро с вами 100% увидимся. Пока!